Врачу, который не увидел рак легких третьей стадии, сделали замечание. Об этом рассказал главврач Копейской горбольницы номер один. Проверка показала, что косвенные признаки заболевания на тот период были. Врач не доглядел, не увидел, не до конца оценил ситуацию. За это получил замечание. Также ему было рекомендовано внепланово пройти обучение по теме онкологических заболеваний легких. Напомним, смерть южноуральца наступила в минувшую субботу. Ему было 50 лет. Диагноз – рак легких третьей стадии. При этом в прошлом году мужчина делал Флюрографию. Показатели, по словам врачей, были в норме. Однако, когда у пациента начались жуткие боли, мужчина обратился в страховую компанию. Была проведена экспертиза, которая показала, что у пациента онкология. Ранее мужчина болел туберкулезом и каждый год, начиная с 2014-го, проверялся. Теперь жена погибшего готовит иск в суд.